вызываемого абонента выключен, и находится вне зоны действия сети. The mobile service which... Вообще, какой ты придурок звонит, Максим. Я специально контакты удалил из номера телефона, вот. Это Максим Павлов звонит. То есть не звоните сюда, потому что если можно догадаться, Максим Павлов, что я звоню номер телефона, то я тоже выложу на свой канал на YouTube, понимаете? Я не хочу, чтобы проблемы были, чтобы там полиция и менты вызывала. Бабушка так сказала через прошлые недели, когда созванивался Максим с Павлой. Зачем ты добавил черный список ВКонтакте? А я ему сказал, он добавил. Может, она такая вот плохая, может, бабушка становится, потому что не любит, когда кто-то дотрагивается до этого Максима Павлова. Хочу, чтобы вы тоже поддержали его лайком, этого Максима Павлова. Что я не могу дозвониться. Он находится вне зоны сети. Или отключенный этот абонент. Вот просто взяли и сорвали мой ролик. Ну зачем мне сорвали этот Максим Павлов? Этот сорвал мне этот ролик. Я старался все это делать, это ролика, для того, чтобы снимать там технику, еще и игры. А он что вот вытворяет? Еще и звонит. Поэтому у меня на другом страничке Даниил Милошников. Он меня добавил в подписчиков, потому что он что-то писал, не захотели мы с ним переписываться и не созваниваться. Вот и поэтому сейчас, если кто-то узнает, то и позвонит в полицию, менты. Так что не звоните к этому номеру телефона. Не дай бог что-нибудь случится с вами. И все равно вас посадят в тюрьму. А может, она просто так пошутила, бабушка. Я не знаю, или там надувает что-то. Все равно это надули с Максимом Павловым. Не успеешь оглянуться, как... Появится сюда полиция в этом подъезде. Поэтому я вам предупреждаю, что не надо к этому Максиму Павлу общаться и звонить сюда. Так что, ладно, будем играть на мобильном телефоне игры. Опа, я уже вот играю на телефоне игры сейчас. Сам время подготовиться. Так, у меня у меня в руках там другая камера, поэтому я не могу удерживать. Собирайте и там еще пробежку сделайте и тратьте на деньги. Сейчас я вам потом покажу. Вот, заходите сюда, можете скачать на Play Market эти, собирайте эти золото, а потом, значит, собрали нескольких там золота, например, там где-то 4000 или 8000 или 12000 собрали. И покупайте за это. Вот. Вот видите там это. Все здесь написано. То, что можете здесь прочитать. Вот там можете покупать вот насчет этой. Так. У меня потрачено было. За 1000. Я на ту кнопку нажал, извините, ребят. Вот я за этого Барби Бонни сыграю. Так что, ребята, играйте на здоровье и поддерживайте меня лайком. Я здесь буду лежать, сидеть и монтировать этот ролик. Всем удачи и всем пока. Так. Еще неудачи, не всем пока. Аппарат вызываемого абонента выключен. Находится вне зоны действия сети. The mobile phone is switched off or outside the coverage area. Да посмотри, что он собирается мне сорвать этот ролик. Мою игру даже. Да-да-да, мою игру даже пытается это сорвать. Так что не обращайте, ребят, на внимание. Всего лишь один дурачок, который балуется по второй группе инвалидности.
он неуправляемый сам себя. Поэтому я не стал общаться вместе с Максимом. Так, это его страничка Максима Павлова. Потому что я не стал общаться вместе с ним. Я его добавил в подписчиков, чтобы он не писал мне. А вот он, я на моем страничке. Вот. Здесь уже Андрей Чернова, моего друга, кто-то добавил в подписчиков. Максим Пал все-таки. Неуправляем с головой сам себя. И он вообще, он хулиганит, а. Иногда хулиганит. Че ж, бабушка его накажет. И пускай накажет. Мы не будем не обращать внимания за это. И будем снимать также ролики. Давайте. Пока-пока.